Этапы возведения пристройки к 10-му лицею проверили сегодня представители администрации. Напомним, что скорость и качество строительства социальных объектов каждую субботу лично контролирует временно исполняющий полномочия главы округа Дмитрий Волошин. Здание трехэтажное. Его площадь более 7 тысяч квадратных метров. Сейчас на объекте завершены монолитные работы и начинается отделка и монтаж внутренних перекрытий. Дмитрий Волошин отметил, что работы идут с опережением графика. Однако небольшие замечания возникли к строительной площадке. Находится грязь здесь и строительный мусор. Замечания все даны. Дано время в трехдневный срок все исправить. Напоминаю то, что мы в городском округе Химки боремся за чистоту строительных площадок. Для нас это вопрос приоритетный. На строительной площадке должна быть идеальная чистота. Это позиция администрации. Предварительный срок сдачи пристройки – июнь 2017 года. Таким образом, одно из самых загруженных учебных заведений округа расширится на 300 мест.